А вот новосибирский зоопарк просит горожан подарить детенышам шимпанзе игрушки. Как и для детей, они должны быть безопасными, без мелких деталей и острых углов. Не подходят и мягкие изделия, обезьянки легко разрывают их и могут наесться наполнителя. Малышам пригодятся одеяла и пледы. Люси и Филя любят в них кутаться. Напомню, детеныши шимпанзе недавно передали новосибирский зоопарк сотрудники алтайской таможни. Животных незаконно везли на территорию России. Судя по поведению, они настрадались, первое время даже боялись выходить из клетки.